смотри. Полиция остановила автомобиль с донецкими номерами, окружили его. Сейчас попробуем подойти, помочь земляку. Правильно? Пообщаться можно с ним сразу. Вам сложно сойти с дороги? Я хотел с человеком пообщаться, вы мне мешаете. С каким человеком? Вы стоите на проезжей части. Смотрите, я из Питера нахожусь. Где ваша жилетка? Ну, тот человек, я вам сейчас вопросы задаю. Вы на проезжей части находитесь, без жилетки. Вы на канале, шановный. И что? Что? Ничего, вы гражданский, сидите по пешеходу. Идите пообщаться с водителем. Пусть а как мне пообщаться с водителем? Вот, пусть он откроет, есть правая сторона. Пусть он опустит стекло и пообщается. Сядьте в салон, если вы его знаете. Я его не знаю. Я хотел спросить у него, какая проблема. А что он нарушил? Знак, который действует, знака 334, который запрещает остановку и стоянку транспортного средства. Есть у вас зафиксировано доказательство на регистраторе? Видео? Нет. Нет? Ну, о чем вы тогда говорите? Мы говорим о нарушении. А какие у вас есть доказательства? Вы хотите человеку помочь уйти от ответственности? Нет, я хочу просто когда понять. Когда что-то случится, вы будете на 102 звонить. Я хочу понять, есть ли у вас доказательства. Вы будете ждать нас и просить нас помочь и сделать это как угодно. Сможете ли вы доказать это? За что защищаем? Я хочу просто понять, сможете ли доказать вы это в суде? Я вижу, что вряд ли сможете. Если у вас нет видеодоказательств. Вот, придете в суд, тогда посмотрите, хорошо? Ну пойдемте спросим, если нарушил он или нет. Тем более гражданин из Донецка. Так это репрессии против луганчан и дончан. А, это вы себя так. А луганчанин где? Ну я вот луганчанин. А, так я же вас и трогаю. Вы же доказательства не показали человеку. Вы его незаконно сейчас удерживаете. В какой статье написано, что вы не доказали место. Значит, машина должна быть остановлена законно. Ну или в какой статье написано, что полицейский мае.